как все родители, искала в интернете, когда уже ничего не помогает. Что можно сделать еще? Что еще попробовать, чтобы помочь ребенку? Посмотрела видео, отзывы родителей и решила попробовать. Прошло у нас 3 месяца сеансов. Сеансы проводились где-то раз в 2 недели, раз в 3 недели. На данный момент изменения пошли в лучшую сторону. Взгляд стал живой, улыбается. На улицу выходит, не боится. Раньше он выходил, закрывал глаза. Купается, ему нравится очень купаться в бассейне, он веселится. Хотя тоже раньше он психовал, кричал, боялся. Сейчас для него это веселье и удовольствие. Я начала включать на ночь сказки и делать утро медитации, пока спит Ваня. И все это в комплексе, конечно, быстрее стало работать. Поэтому я советую, конечно, всем родителям и включать сказки, делать медитации вместе с сеансами дополнительно. Спасибо, Давид и Юсефа, за вашу работу. Мы просто, конечно, в восторге и наслаждаемся с живым взглядом своего ребенка. Уже у него радость в глазах, какой-то свет. Раньше, конечно, этого не было. Спасибо большое.